как цирковой артист Аскольд Запашный тяготеет к внешним эффектам. И эту тягу с удовольствием разделяет Мария Петрова. Мне кажется, что в следующий раз в конце номера Аскольд Запашный распилит Машу на глазах у изумленной публики или заставит глотать шпаги. Знаешь, Ира, у Маши такая спортивная закалка, что она все выдержит. А потом еще и тигров Запашного поставит на коньки. Вот то-то будет номер. Мы наш номер с Машей решили посвятить всем любящим людям. Может быть, это немножко банально, может быть, это немножко кому-то покажется наивным, но мне кажется, что без этого жить нельзя, и нужно все-таки иногда быть немного романтичным, немного добрым, а может быть, даже сильно наивным. Добрым. Ты одни, вот при на меня прям. Раз и два, раз и два, раз и два. А ты? Да простит меня Алексей Тихонов, что в эти глаза нельзя смотреть просто так, не влюбившись. Серьезно вам говорю, у Машки такие глубокие глаза красивые, и когда я в них смотрю внутрь, ну, я понимаю, что, в общем, можно засмотреться. Поэтому я этого стараюсь... Опасаешься, что ли? Да. В общем, дело. Я хотя бы, я думаю, что ж такое? Это мне никак, все ему в глаза, он хоп, вот в чем дело. Да, за влюбись хотя бы в глаза. Не, хочешь, хотя бы. Я могу в тебя сильно влюбиться, и все, чем потом будем с Лешей там разбираться. Yeah.
Вот октябрь и апрель. Если я не ошибаюсь, между ними ровно полгода. Апрель — это подснежники, а октябрь — это листопад. Что их объединяет? Влюбиться можно без памяти от всего сердца и в том, и в другом месяце. Что и показали нам Мария и Аскольд. Кстати говоря, качество катания Аскольда больше никаких нареканий не вызывает. А мне нравится, как эта пара рассказала свою историю. Коньки им не мешали. Отличное выступление. Не, главное, прокатали чистейшим. Молодцы, да, все здорово сделали. Очень хорошие эмоции дал. Это тебе, такой прям правильный. Мария Петрова и Аскольд Запашный. Оценки за технику. 6-0, 6-0, 5-9, 6-0, 6-0. Средний балл 5,98. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 5-9, 6-0, 6-0. Средний балл 5,98. Общий балл 11,96. Татьяна Анатольевна, ну прямо вот первый же вопрос к вам. А не хватило легкости? Что говорите? Не хватило легкости в этом номере? Нет, Алёш, мне понравилась поддержка, которая называется «Покойник». Действительно, эта поддержка очень сложная. И Машка ведет туда и ничего не боится. И с ним уже с прошлого раза понятно, что со Аскольдом ничего не страшно. Но по части катания нужно еще прибавить. Потому что это все должно быть очень музыкально. И как бы вытекать. Чтобы вытекало одно из другого, правильно? Да, не то чтобы даже вытекать, а то чтобы поддержки и катание стало способом выражения этой музыки. А этого не происходит. Потому что катание отдельно, поддержки отдельно. Но мило. Мило. За это 5-9. Гедемина, казалось бы, да, уже не первый год идет наш проект «Ледниковый период», но каждый раз ребята находят какие-то маленькие мелочи, маленькие изюминки, которые заставляют нас сопереживать вместе с ними и вновь радоваться, что этот проект имеет продолжение. Все получилось хорошо, и самое главное, вот не было перебора с этим сердцем. Да? Хороший трючок, можно было за него спрятаться. Но как Жулин за это не прятался? Он выставлял Аскольда везде на первый план. И поэтому все, что он сделал сегодня, и в плане поддержек было здорово, как и в прошлый раз. Но сегодня это было вот это хорошее, тихое спокойствие сильного мужчины. Спасибо, ребята. Отлично. Спасибо, Гедеминас. Алексей. Что мне понравилось особенно в этом номере? Здесь я увидел красивую, простую, категорически бытовую, в хорошем смысле этого слова. Легкую, романтичную историю. Абсолютно не пафосную историю. Некие Янки и девушка из Елуторовска. Фантастическая находка с этим сердечком. Я до сих пор, поскольку я мальчик из пещеры Тишикташ, парень из Узбекистана, искренне думал, пока Аскольд не взял ее в руки, что это настоящее сердце летающее. Но что самое интересное, это сердце меня абсолютно не отвлекало от того, что творили на льду эти чарующие люди. Аскольд, я тебя обожаю. Ты супер. Браво. Если было 7-0, я поставил 8-0. Но здесь меня продюсеры ограничили только шестеркой 0. Вот 0 всем тем, кто против вас, а шестерка – это я, по всей видимости, судя по тому, сколько комплиментов я сказал Аскольду. Аскольд, скажи, пожалуйста, вот этот вот летающий красивый сердечный агрегат, ты что, решил отвлечь внимание судей от своего катания или как? Ну вот Леша сказал, что он абсолютно не отвлекся. И это, наверное, большая заслуга прежде всего Александра, потому что он очень внимательно относится к такого рода вещам во время постановок, и он говорил, что никакой из объектов, какой бы он любопытный ни был, он не должен отвлекать внимание от номера, поэтому мы его старались как бы прибрать, и если бы наверху не было сетки, он бы вообще бы у нас улетал бы повыше. Так что нет, мы не прятались. Маш, скажи, пожалуйста, партнерша твоего супруга, она сказала, что сегодня посвятила номер тебе. Может быть, у тебя такая же ситуация, что посвятила номер своему супругу? Да, супругу, но и всем любящим людям друг друга, чтобы у них оставалась эта нежность, душевность. И она между ними все время парила и жила с ними. Так что живите в любви.